Высокая мощность и доступность этого измельчителя позволяет измельчать древесные отходы максимальным диаметром до 200 мм. Большой размер бункера позволяет измельчать сыпучие материалы. Ветки механически подаются к двум острейшим ножам измельчителя. Сырье под действием центробежной силы подается в отводную трубу, которая, в свою очередь, способна регулироваться в разные стороны на 360 градусов. Продукция на выходе может быть легко использована в качестве биотоплива, которое является идеальным методом для переработки отходов. Технические характеристики данного измельчителя. Мощность трактора 18-25 лошадиных сил. Вес 370 кг. Производительность 7-9 метров кубических в час.